ТС аж даже там по 6 точкам находит пульс. Причем разный в одном месте. Потому что литературу я Гавва Луфсана просматривал, там описание идет как раз от этого пульса. Но по описаниям ничего не поймешь. Ничего не поймешь. Каждый пульс он расписывает все это дело. Надо именно слушать. Тоже бьем информационное поле. А сзади ноги вот. Вот от икр вот сюда. Вот так. Боли нет? Нету. От икр вот так. Не бывает этого такого? Что вот эта часть? Ну, у меня боли нету, но у меня полинейропатия, когда я вижу, даже просто вижу, что такое страшное происходит, или кто-то падает там. Прям по вот этим местам такой как бы прострел такой идет. По нервам. Просто впечатление, я впечатлительный очень. Вот тут болит? Вот здесь вот у тебя была? Ну не болит, у меня ощущение? Была язва раньше, ага. В зале здесь. Да, вот здесь. Сейчас как бы нормально. А бывает такое, что тяжело дышать? Ну, очень редко. Панических атак не бывает? Ну, то есть, ну, они... пару раз были, да. Были, конечно. Белая горячка. Белка, белка. Смеяться нельзя сейчас. Я понял. Местами, конечно, но так не болят. Вот знаешь, у меня по такое впечатление, как будто у меня по всему телу, как будто вот то ли это сосуды, то ли. То есть у тебя с сосудами не бывает? Никаких вопросов. Ну они на вот ногах у меня расширены сосуды. По ногам, просто расширены сосуды. Вот я чувствую прям по ногам. Вот так. Да. Ноги. Вот самая главная область, значит, болевая, вот это, вот здесь, в этой области. Подташнивание, вот здесь вот, как ты, да, сказала. Ноги, задняя поверхность. И, видимо, это сосуды, потому что у меня прям полностью по всем ногам вот такие ощущения, знаешь, как будто меня, да. как будто вот так вот, как будто... гладить, что ли. Ну вот это да, ощущения такие, что... Кровь по венам бежит вверх. Так, да. А это самое... Этот процесс, ну, а как в чем называлось? Методика заключается? Что надо? Как? Когда вы берете, ну, как бы кладете палец на пульс, так. В
чтобы, во-первых, вам надо удобно сесть, чтобы у вас ноги тоже не напрягались, ну, вот сюда вот. Так, ага, так, ага. На пульс кладете палец, так. Закрываете глаза, полностью расслабляетесь и слушаете свое тело, свое тело. Вот как только вы поймаете какое-то движение, либо ощущение, например, это может быть либо тепло, либо какие-то как будто поглаживания, что ли, либо как поток энергии идет. Вот вы прям чувствуете, в каком месте идет поток энергии, как я почувствовала, что его подташнивает и что болит вот здесь. Это сам чувствует человек? В своем теле ты чувствуешь то, что происходит в его теле. Как зеркало, да? Ты просто чувствуешь, ты, получается, ты становишься его телом. И ты на своем теле ловишь те ощущения, что происходит с ним. И вот там, соответственно, у него есть какие-то вопросы со здоровьем. И меня прям затошнило. Попробуйте. Сейчас, сейчас. То есть это как зеркало? Может, прям покрепче. Сейчас, сейчас, сейчас. Юля, как этот метод называется? Метод диагностики по пульсу. Ага. Можно дать сюда? Ну как? Чтобы я бы критично не назвал бы что-то такое. Нормально все. Да, то есть нет, у меня такого ничего не отразилось, по крайней мере. Да, 10 минут, 80. Как чувствовать вас? Угу. Что, кончик языка? Ну, очень сильная энергетика. И вот, видимо, потому что доктор вы всегда потоки вот энергии впускаете в человека. Она вас даже, по-моему, как-то не контролируется, она сама по себе, вы ее прям отдаете. Ну, не знаю, главное, ничего не почувствовал. То есть, видимо, нормально, что все сбалансировано, что ли? Ну, в принципе, более-менее, если туда чувствую. Ну да, она же занимается, она же собой занимается.